Одинцовский врач-педиатр, депутат окружного совета депутатов Павел Бережанский запустил собственную горячую линию. Ежедневно в перерыве между поездками на вызовы и приемом пациентов медик отводит 1,5 часа на телефонные консультации. Одна из основных задач, которые ставит перед собой Павел – снижение нагрузки на коллег в период борьбы с коронавирусом. В день ему приходится обрабатывать до 30 звонков, причем далеко не все они связаны с COVID-19. В любых обстоятельствах самое главное – не терять голову, подчеркивает доктор Бережанский, и советует одинцовцам уделять особое внимание детям.